посмотри на меня. И скажи, что наша любовь настоящая. Коркут! Коркут, не уходи! Странно. Тут ничего нет, пусто. Ничего нет. О, как же так? Я нажала на все кнопки. Нет. Я нечаянно удалил, мама. Ладно, заново снимешь. Твой дядя так много снимал, значит, все потеряно. Я сам скажу ему, мама. Он поймет, не переживай. Наверняка он сохранил нужные записи. Так ведь, Умут? Держи. Назад дороги нет, Коркут. Джилла не должна видеть тебя таким. Ты не будь эгоистом. Не говори о скорой смерти. Как бы там ни было, она не увидит твои мучения. Забудешь его. И не будешь плакать. Не будешь. Пятнадцать дней спустя. 15 дней, проведенных без тебя. Я считал каждую секунду, и с каждым разом все больше скучал по тебе. Эх, глупенькая, ты до сих пор не поняла? Как бы далеко ты ни ушла, я всегда буду рядом. Чем я могу помочь?
Ты очень много работаешь, так нельзя. Я поговорю с отцом. Нет. Толга, я согласна работать в отеле твоего отца, но если ты будешь мешать, я уволюсь. Ладно. А вот и он. Вы располагайтесь, я чуть позже приму у вас заказ, хорошо? Хорошо. Как ты, сынок? Хорошо. А вы? Даже не знаю, как к вам обращаться. Непривычно вас называть отцом. Не переживай, со временем привыкнешь. Придет время, и ты сам не заметишь, как назовешь меня папой. Только жаль, что твоя мама не может меня простить. Ей все еще тяжело. Знаю. Ладно, присаживайся. Как же тяжело без Асия и Тахсина. Я как без рук. Уехали всего на неделю, и тут такое. Видимо, эта девчонка плохо слышит. Сейчас мне двери сломают. Иду. Иду. Приятного аппетита. Джейла, ты поужинаешь с нами вечером? Я не хочу вас беспокоить. Ну что ты? Какие беспокойства? Я хочу поближе познакомиться с лучшим другом моего сына. Спасибо, но... Нет, не надо стесняться. Этот вопрос решен. Я отправляюсь по делам. Встретимся за ужином. Ты понимаешь, в какое положение ты меня ставишь? А что я такого сделал? Я тоже был не в курсе. Ну да, конечно. Ладно, признаюсь. Но что мне делать? Я хочу побыть рядом с тобой. Толга, отпусти мою руку. Ладно, как скажешь. Толга, больше никогда не вмешивай в это своего отца. А что в этом такого? Послушай, я уже говорила тебе. Как ты не понимаешь? Мы с тобой можем быть только друзьями, и не больше. Но если ты не хочешь смириться с этим, то нам не стоит больше общаться, согласен? Можно я возьму меню? Конечно, бери. Я слушаю, по телефону вы сказали, что это важно. Ваш водитель. Кто, Тахсин? Нет, не он, водитель вашего сына, Коркут Али. А что с ним? Как давно вы с ним знакомы? Это друг Джейлан из Германии. Когда приехал сюда, нуждался в работе. Мы его наняли. Он очень трудолюбивый. К тому же он помогает своей семье. Вы знаете, чем он занимался в Германии? Нет. А почему вы спрашиваете? Я немного навел справки. В Германии он был судим несколько раз, но в тюрьме не сидел. Он занимался мошенничеством. Но я знаю, что у него было трудное детство. Возможно, он делал это из глупости. Если учесть, в каких условиях вырос Коркут Али, то по-другому и быть не могло. Но он не раз помогал нам. Это именно он спасал Толгу каждый раз. И все же будьте с ним осторожны. Все ваши неприятности начались после того, как он устроился к вам на работу. Так что я еще понаблюдаю за ним. Даже не знаю, что сказать. Он ведь уже уволился. Послушайте, остерегайтесь Коркута. Я сейчас говорю не о его детских шалостях. Он заядлый мошенник. Так что подумайте. Слушаю, госпожа Гунуль. Что ты за человек такой?
Я доверилась тебе, пустила к себе в дом, а ты от меня такое скрыл. Не кричите на меня. Вы не имеете права, я больше не работаю у вас. Я ведь доверяла тебе. Объясните, что я такого сделал, что вы во мне усомнились? Срочно приезжай ко мне, поговорим. Это не телефонный разговор. Я не могу. У меня дела. Как это не можешь? А где ты? У меня есть важное дело, госпожа Гунуль. Еще раз повторяю, я больше не работаю у вас. Тогда скажи мне, где ты, я сама приеду, поговорим. Слышишь? Хорошо, я понял. Будьте дома, я приеду. Там и расскажете, в чем дело. Они сильно укоротили мне волосы. Смотри, мама. Это случайно не наше радио? Подержи-ка. Пойдем. Сколько дадите за это? Это ни на что не годится. Жаль. Что происходит? Что ты делаешь? А? Эмине, все это старье лежит просто так, а продав его, мы освободим место. Никакое это не старье, понятно? Какое тебе дело? Это мой дом, меня все устраивает. Ладно, хорошо, но я не могу жить в таком доме. Мне не нравится, что меня окружают такие вещи, Эмине. Нет, ты не будешь ничего продавать. А ты чего стоишь до сих пор? Уходи. Ладно, держите. Умут, отнеси радио на место. Эмине, дорогая, ты не так меня поняла. Я же хочу продать эти вещи и купить вместо них новые. Получше, чем эти. Вот скажи мне, зачем тебе это древнее радио, Эмине? Сама ты древняя. А радио мое, понятно? Не трогай здесь ничего. Хватит. Сиди и дальше в этом вонючем доме со всем этим хламом. Я больше не могу терпеть ни тебя, ни этот твой бардак, понятно? Тебя даже муж бросил. Кому нужна такая ненормальная дура? Ты плохая. Очень плохая. Ты ужасная. Ne senden fazlayım, ne senden az. Ayrı macerada, ayrı biraz. Gözle biçim biçim, kalple anla içim. Ayrı gayrı. Sen yoksan ben hiçim. Aç karı deneni, aç. Dağın olayım, soyun olayım, gönül olayım, aç. Aç karı deneni, aç. Другой бы сделал все возможное ради счастья своего сына. А какую жену выбрал мне отец? Никогда теперь у меня не будет нормальной семьи. Ну и пусть. Mucizesine sevince uyanır. Her çiçeğin kar altından güneşe giren masalında yaşamak yeniden tazelenir, yeniden anlamlanır.
dere kış rüyasından. Ümidin mucizesiyle sevince uyanır. Тоже мне жена нашлась. Теперь я твой хозяин. Раздевайся. Раздевайся, говорят. Раздевайся, тварь! Не надо. Пожалуйста. Заткнись. Раздевайся. Сними это дурацкое платье. Быстро. Не надо. Не трогай. Делай, что говорят. Не надо. Пожалуйста. Заткнись. Посмотрите-ка на нее. Кого ты из себя строишь? Я не собираюсь возиться всю ночь. Раздевайся! Нет! Sevince uyanır. Her çiçeğin kara altından güneşe giren masalında yaşamak yeniden tazelenir yeniden anlamlanır. Işığa uzanırken kardere kış rüyasında ümidin mucizesiyle sevince uyanır. Госпожа Гунуль, ваш гость пришел. Оставь нас одних. Кто это? Оставь ее. Лучше ответь мне, кто это? Не знаю. Его же не видно, откуда мне знать? Сообщник или друг? Что вы такое несете? Я уже все знаю. Что все? Что ты был мошенником в Германии. Что попадал в полицию. Я тебя понимаю. У тебя семья, тебе нужны деньги. Пожалуйста, расскажи мне. Я дам тебе любые деньги. Послушайте, я не шантажист. И не гонюсь за деньгами. Что бы вам ни говорили, это не так. Это останется между нами. Никто ничего не узнает. Но я не знаю. Иначе сказал бы, ведь не всегда выпадает возможность заиметь столько денег. Значит, ты здесь ни при чем? Нет. Поклянись. Поклянись мне. Клянусь. Я не шантажист. Вас ввели в заблуждение.
как вы? Это мог быть мой сын. Ты был моей единственной надеждой найти его. Пожалуйста, если что-то знаешь, то расскажи мне. Я не знаю. Если бы у тебя была надежда, ты бы разве не искал мать? Искал бы. Я тоже ищу. Прости, если я обидела тебя. Я не успокоюсь, пока не выясню это. Дай мне руку. Ты пустила на смарку всю подготовку. Теперь придется надевать кольцо без всякой романтики. Бог, в помощь? Ох, только тебя не хватало. И да, как ты думаешь, зачем я уехала из Стамбула и осела здесь? Можно подумать, что ты бежишь от меня. И это место всего в 2 часах езды от нас. Могла хотя бы поздороваться. Я здесь не отдыхаю, Эда, а работаю. Ладно. Как ты? Хорошо. Подаю напитки, убираю со стола и все. А еще? Сплю. Ну, и питаюсь, как и остальные. Да, отлично. Я рада. Тому, что я сплю или питаюсь? Нет, дорогая. Тому, что тебе тут хорошо. Спроси лучше прямо, что хотела. О чем? Про Куркута. Забыла ли я его? Не плачу ли по ночам? Ну что ж, раз уж сама начала, то... Да, я начала. Спрашивай. Перестань, Джейлан. Разве я не твоя подруга? Я, наверное, переживаю за тебя. Но вижу, что все неплохо. Конечно, неплохо. Потому что больше я не думаю о Куркуте. Куркут? Похоже, ты и вправду забыла его. Да. Он там. Где? Он только что был там. Где лестница? Ну что ж, Джейлан, пойду я сниму номер в отеле. А потом я приду сюда. Хорошо? Господин Куркут, господин Минду хочет увидеть вас. Где ты ходишь? Здесь, убирала со стола. Возьми это. Неси господину Мендуху, он на террасе. Хорошо. Хорошо. Я не хочу тебя видеть, Куркут. Ты даже не оглянулся тогда. Ушел и все. Я тоже хочу жить, как все нормальные люди.
Не ищи со мной встреч. Я не хочу с тобой разговаривать. Вот и не разговаривай, Джейлан. Занимайся своим делом. Ты что, смеешься надо мной? Я забыла про тебя. Уходи, говорю. Я слышал. Кстати, забери вот это. Да, пожалуй. Куркут, уходи отсюда. Не могу, у меня тут встреча. Тоже мне отговорка. Я приехал не из-за тебя, а навстречу. Не стоит заставлять ждать господина Мендуха. Извините. Ну, я пошел. Добро пожаловать в мой отель, парень. Непростое это дело встречать так каждого. Нет. Далеко не каждого. Чего ты хочешь? Послушай, парень, я хочу поговорить с тобой. Будь сегодня моим гостем. Ешь, пей, что хочешь, веселись. Но завтра я хочу, чтобы ты собрал вещи и покинул отель. А причина? Не беспокой больше Джейлан. Похоже, она хочет забыть о тебе. В общем, никто тебя здесь не жалует. Что тебе нужно от Джейлан? Кто ты такой, чтобы вмешиваться в ее жизнь? Я буду вмешиваться. Ради счастья сына я готов на все. Что это значит? Какой еще сын? Толга. Я отец Толги. Я его отец, и ради него могу сделать так, чтобы ты исчез навсегда. Запомни это. Оставь эту девушку. Брат, пришел ответ. У человека, который встречался с госпожой Гунуль, есть офис. Безопасность, частный детектив. Детектив? Но что Гунуль от него понадобилось? Нам проверить этого человека? Алло, дядя Хакы? Это я, Коркут. Все хорошо, не переживай. У меня возник один вопрос. Ты что-нибудь знаешь о нашем отце? Совсем ничего? Есть тут один человек, Мимдух, отец Толги. И я подумал, может быть, он... Ладно, чушь это все. До встречи. Увидимся. Умут! Насыпь еще немного муки. Хватит, хватит. Достаточно. Здравствуйте. Госпожа Гунуль приехала. Как ты, дорогая? Добро пожаловать. Спасибо. Итак, как ваши дела? Мама, я пойду поиграю в мячик. Подожди, малыш. Получи сначала свой подарок, а потом пойдешь. Мне не нужны никакие подарки. Умут, разве так можно? Мне кажется, если ты посмотришь, что здесь, то обрадуешься. И что же там? Это планшет. Я подумала, что он пригодится для занятий. Ты можешь фотографировать, тут все есть. Возьми. Я пошел. Увидимся, мама. Только недолго. Сегодня он не в духе. Ты уж прости. Ты каждый раз приходишь с подарком. Мне даже неудобно. Что же тут неудобного? Просто приготовь мне берег и все. Приготовлю, конечно. Можешь попросить в любое время. Я уже который день не могу нормально поесть. Таксины и Асио уехали на отдых.
Я наняла другую помощницу. Но ее стряпню невозможно есть. Я тебе все приготовлю. Звони, когда хочешь. А ты правда сможешь приезжать? Было бы отлично. Ей-богу, твои блюда такие же вкусные, особенно бюреки. Можешь всегда обращаться ко мне. Завтра. Завтра сможешь приехать? Конечно. Вот и отлично. Но скажу сразу, ты получишь свои деньги. Нет, не надо денег. Да и Коркут будет недоволен. А с чего ему быть недовольным? Ты же просто получишь деньги за труд. Знаешь, я хотела бы спросить у тебя, у Коркута есть друг примерно его возраста? Не знаю, не видела. А зачем тебе это? Нет, нет, я так, просто интересно. Ну так, мы договорились насчет завтра? Договорились, договорились. Слушаю, брат. Ты еще в Стамбуле? Да, я здесь. Где мне еще быть? У меня же нет денег уехать. А ты знаешь, где я живу? В старой лачуге. Я так скучаю по дому в Германии. Хочу тебе сообщить. Илмаз. И? Присядь сначала, ты же в положении. Не тяни, брат, говори, что ты хотел. Илмаз умер. Я соболезную. Что такое? Почему молчишь? С тобой все в порядке? Ослы? Я завтра прилечу в Турцию. И вместе вернемся сюда. Да, кстати, если не захочешь, то напишешь мне доверенность, и все. Я сам займусь этим. Я не могу поверить. Поверь. Поверь, ты теперь богатая женщина. Подумай до завтра и прими решение. Вернешься или останешься там. Хорошо, я подумаю. Поговорим, когда приедешь. Она обрадовалась? Непонятно. А голос? Какой у нее был голос? Я не знаю, брат. Как она может этому обрадоваться? Ладно. Знаешь, мне это так нравится. Смерть избавляет тебя от проблем. Адрес мой известен. Под землей. Все знают, где искать. Кто тебя ищет? Человек по имени Мендух. По вине твоей сестры я попал в неприятности. В Стамбуле. А что будет со Слы? Не знаю. А как ты думаешь? Аллах, да чего же жарко. Не могли бы вы принести мне воды? Чтобы утопиться тебе в воде. Но, госпожа, стойте, стойте. Почему вы не принимаете у меня заказ? Господин Мендух ушел. Почему ты до сих пор здесь? Почему? Ты что, не рада мне, глупышка? Не называй меня так, ясно? Если хочешь, могу даже повторить. Боже мой, я сейчас иду к себе. Когда вернусь, чтобы тебя не было, понятно? Или я выброшу тебя в море? Ладно, только не сердись. Закончу дела и уйду. Жду не дождусь, когда ты уберешься. Зачем вы привезли меня сюда? Какие у тебя дела с госпожой Гунуль? Почему вы спрашиваете у меня? Спросите у нее? Лучше не шути со мной. Я у тебя спрашиваю. Говори. Если госпожа Гнуль узнает об этом, то и видеть вас не захочет. А это тебя пусть не волнует. Вы можете испортить отношения не только с ней, но и с вашим сыном. Вы можете снова потерять их. Так что лучше отпустите меня. Или? Или я расскажу об этом госпоже Гнуль.
Алло? Слушаю. Алло, вы здесь? Я не слышу вас. Говорите. Алло? Госпожа Гюнуль, извините, я позвонил вам по ошибке. Извините за беспокойство. Хочу немного отдохнуть. Хорошо. Попросить принести тебе попить? Нет, ничего не хочу. Вот это да. Что ему здесь надо? Толга, Толга, стой! Он пришел не ко мне, а поговорить с твоим отцом. Он уже уходит. Какие у него могут быть дела с отцом? Толга, я не знаю, но ты успокойся, прошу тебя. Джейлан, хватит, не зли меня. А что у тебя здесь, а? Ничего, я побуду немного у себя. Я скоро приду. Может, останешься со мной? Посидим? Не могу. Толга, пожалуйста, не ходи к Коркуту, хорошо? Ты же не хочешь, чтобы я переживала? Нет, но я хочу сказать ему, чтобы он ушел отсюда. Толга, не стоит. Толга! Тебе что, больше негде присесть? Но мне нравится здесь. А? Отель принадлежит твоему отцу, и ты здесь как король, да? Вот именно. Почему ты такой? Какой? Раньше ты прятался за мамину юбку, а теперь прилип к отцу. Самому не получается решать свои проблемы. Теперь мне незачем прятаться. Но тогда почему ты стараешься помешать мне? Хочешь обвести Джейлан вокруг пальца? Ты больше не существуешь для нее, пойми это. Ладно, сиди. Увидишь своими глазами, так даже лучше. Поменьше волнуйся за меня. Ты что, следишь за мной? Нет. Вышел прогуляться. А ты что здесь делаешь одна? Думаешь обо мне? А зачем мне о тебе думать? Я жду Толгу. Он не придет. Откуда такая уверенность? Я избил его до смерти. Его увезли на скорой. Что ты сделал, говоришь? Ладно, сиди, я пошутил. Они вышли с отцом. Поэтому знаю, что не придет. А зачем ты это говоришь мне? Чтобы обрадовать тебя. Думаешь, я не понимаю? Ты же хочешь этим вызвать мою ревность. Понятно, что рано или поздно я разделаюсь с ним. По-твоему, я сейчас с ним, чтобы просто заставить тебя ревновать? Ты ошибаешься. А что же тогда? Он вдруг начал тебе нравиться? Да, мне нравится проводить с ним время. Он хотя бы не обманывает. Не пользуется моим доверием. А тебе-то что? Я свободна, могу делать, что хочу. Не можешь? Могу. Можешь. Почему ты так уверен? Потому что я это вижу, Джейлан. Ты все еще любишь меня. Иначе сняла бы уже это кольцо, которое я подарил.
Я больше не люблю тебя. Не нужно противоречить себе, Джейлан. Не мучай себя. Мы не сможем жить друг без друга. Признай, что тебе тяжело без меня. Но это не так. Сказать тебе, почему я ношу это кольцо? Чтобы помнить. Но не тебя. А твое мерзкое двуличное отношение ко мне. Вечера, которые я провела одна, вся в слезах. Чтобы этого не повторилось. И я буду носить его до тех пор, пока не сотру из памяти все, что ты сделал. Я сделаю все, чтобы забыть тебя, Коркут. Запомни это. Значит, готова на все? Готова. Ты будешь с Толгой, чтобы попытаться забыть меня? Буду. Оставь меня в покое. Что еще стряслось? Говори быстрее. Алло, Коркут? Где ты? А какое тебе дело? Я в аду. Что, хочешь примчаться? Подожди, не сердись ты так. Говори быстрее, мне надо идти. Хочу сообщить тебе одну новость. Она одновременно и хорошая, и плохая, понимаешь? Хватит испытывать мое терпение, говори. Коркут, Йылмаз умер. Слышишь? Я говорю, Йылмаз умер. Коркут, ты слышишь меня? Слышу. Слышу. Но что мне сказать? Я рад за тебя. Как ты узнала? Мне позвонил брат. Хочу сказать... Все состояние Йылмаза по праву переходит ко мне. Ты слышишь? Слышу, да. Послушай... Теперь мы с тобой хорошо заживем. Мы станем одной семьей. Ты, я и наш ребенок. У нас все будет хорошо. Послушай, ослы, слушай внимательно. Мне не нужны чьи-то деньги. Я ни копейки у тебя не возьму. Тебе нет места рядом со мной, понятно? Забудь меня. Ослы? Ослы? Что случилось? Ты расстроена? Не надо. Подумай о ребенке, ослы. Тебе нельзя волноваться. У тебя будет ребенок. Коркут не хочет быть с нами, понимаешь? Он не желает видеть ни меня, ни ребенка. Он ненавидит нас обоих. Что бы я ни делала, Коркут никогда не простит меня. Ну, не плачь. Ладно, хватит, успокойся. Ну, что мне сделать? А? И я заварю тебе чай. Попьешь чаю? Ходит за мной по пятам. Я говорила ему, чтобы был с ребенком. Сказала, что все кончено, что я не люблю его. Он сведет меня с ума. Все кончено? Что же мне делать, Эда? Я бы предложила решение, если бы ты дала мне сказать наконец. Хорошо. Подскажи мне, и я это сделаю. И пусть отстанет от меня. Надо убедить Коркута в том, что ты его разлюбила. Это как? Он должен знать, что ты любишь другого. А. Я это уже пробовала. Он не поверил. Ничего не вышло. Конечно, не поверит. Ты плохо играешь, он же не дурак. Я и говорю, у меня не получается. Я же не такая. Значит, будь такой. Только в этом случае он поверит. Обрати внимание на Толгу. Дай ему шанс. Но я не хочу обижать Толгу. Поверь, ему не будет хуже, чем тебе сейчас. Возможно, это ему и поможет выйти из этого состояния. Попробуйте. Если не получится, то просто расстанетесь. То есть...
Ты предлагаешь встречаться с Толгой? Не встречаться, а быть с ним. Мы взрослые так это называем. Korkusan'dan ancak o zaman uzaklaşacak. Mama? Aha. Tolga, сынок, это ты? Почему ты не сказал заранее? Или что-то случилось? Нет, все хорошо. Ты голоден? Приготовить что-нибудь? Нет, мама, спасибо. С тобой хотят поговорить. Кто? О ком это ты? Хватит. Вы же взрослые люди, а до сих пор не можете найти общий язык. Я впервые в жизни вижу своих родителей вместе. И я хочу одного. Чтобы вы спокойно поговорили. Неужели это так сложно? Пора забыть о прошлом. Ради меня. Пожалуйста. Я буду в отеле. Теперь ты решил так действовать? Хочешь использовать Толгу? Мне надо поговорить с тобой. Садись. Подожди, мы не закончили. Объясни мне, какие у тебя дела с этим детективом. Ты... Детектив? Откуда ты знаешь? Ты что, следишь за мной? Я же сказала, чтобы ты убрал своих людей. Какое ты имеешь право наблюдать за мной? Кто ты такой? Почему ты так злишься? Потому что ты здесь, разве не ясно? Значит, ты не скажешь, так? Хорошо, я сам выясню. Ведь это так увлекательно. Ты знаешь об этом? Послушай, той наивной Гунуль, которую ты знал, больше нет, понятно? Хочешь, я расскажу Толге правду? О том, как ты приставил пистолет к моему виску? Ведь это так и было. Сказать ему, что ты хотел убить и его, и меня. Чего молчишь? Поведать Толге о нашем прошлом. И посмотрим, какое он примет решение. Ты готов снова потерять своего сына? Значит, ты угрожаешь мне? Да! Хорошо. Но ты понимаешь, что тогда будет с нашим сыном? Оставь меня в покое. Хватит! Держись подальше. Уходи и больше не возвращайся сюда. Джейлан мне все уши прожужжала. Она чуть с ума не сходит. И все это из-за тебя. И ты здесь. Похоже, весь Стамбул перебрался сюда. Я приехала повидаться с Джейлан, а потом решила остаться ненадолго. Ну, хватит обо мне. Почему ты достаешь Джейлан? Мне и самому приходится нелегко. Я совсем не понимаю тебя. Сказал мне, что умираешь. Что хочешь последние дни своей жизни провести с Джейлан. А потом ты взял и ушел от нее. Теперь хочешь вернуть. Зачем тебе все это? Не могу понять. Когда приближаешься к смерти, начинаешь представлять, как это будет. Я всегда думал, придет кто-нибудь с утра и скажет мне: «Вставай, это твой последний день. Надень свой лучший костюм, побрейся
и попрощайся с Джейлан. Я думал, подойду к Джейлан, поцелую ее, обниму и выйду из дома. Оказалось, это не так-то просто. Иногда я падаю, теряю сознание. Из носа течет кровь. Головная боль с каждым днем все сильнее. Вот что я скрываю. Я не хочу, чтобы Джейлан видела меня таким. Я не хочу, чтобы она видела, как я умираю. Поэтому я не смог тогда взять ее за руку. Я просто развернулся и ушел. Я не хотел ей показываться. Но меня хватило лишь на 15 дней. Я старался. Держался, но не вышло. Я не могу без нее. Мне очень тяжело. И вот посмотри, я здесь. Полюбил бы кто-нибудь и меня так же. Моя история очень проста. Я так и умру в одиночестве. Брюки, Умут, надень эти плавки. Я не хочу плавать. Зачем мы сюда пришли? Я сейчас играл бы с ребятами. Я же сказала, сынок, Гунун нужна моя помощь, я хочу помочь ей. То есть ты будешь ей прислуживать? Нет, я не буду прислуживать, я просто помогу, сынок. Ты не прислуга, мама. Нет, конечно. Нет, сынок, я помогаю. Она ведь тоже помогает нам. К тому же, всегда делает нам подарки. Она помогла мне найти тебя. А мне не нужны ее подарки. И не хочу, чтобы ты работала здесь. Она не такая хорошая, как кажется. Она притворяется. Не говори так. Не надо. Она очень тебя любит. Если услышит, то обидится. Не говори так, не расстраивай ее, хорошо? Дай, я сам переоденусь. Что случилось, Эмине? Вы поспорили о чем-то? Или ему здесь скучно? Нет, нет. Он просто пошел переодеваться. Спасибо большое, что откликнулась на мою просьбу. Ну что ты? Ты ведь тоже помогаешь нам. Я всегда готова тебя выручить. Дорогая моя. Сейчас я приготовлю тебе завтрак. Ты не торопись, успеешь. Я переживаю за Куркута. Чем он занимается? Он нашел работу? Не знаю. Он ничего не говорит. Но мой брат очень умный. Он дал нам очень много денег на новый дом. А где он нашел столько денег? Не знаю. Не понимаю, зачем он тогда работал водителем? А? Я ничего не знаю. Это надо спросить у него. Хорошо. Ты, наверное, проголодалась. Сейчас я что-нибудь приготовлю. Пожарю яичницу и испеку блины. Ну что, пойдем сегодня на вечеринку? На вечеринку, на яхте. У меня голова болит. Я сегодня лягу пораньше. Я закажу тебе выпить, взбодришься. Нет, нет, не надо.
А где же Джейлан? Не знаю. По-моему, ее сегодня не будет. Толга здесь? Его тоже не видно. Коркут! Ты не знаешь, где Джейлан? Они с Толгой собирались на пляж. Коркут! Только не говори, что узнал от меня. Тебе скучно? Чем ты хочешь заняться? Нет, все нормально. Помнишь, как-то мама уехала на гастроли? Я остался дома. И плакал, что не поехал отдыхать. И папа разбил тебе палатку возле бассейна, чтобы ты там отдыхал. И ты пришла туда с подушкой. Тоже хотела отдохнуть. Было очень весело. До сих пор помню. Мы были детьми, нам все нравилось. Мне и сейчас интересно рядом с тобой. Давай сделаем так. Как приедем туда, разобьем палатку и будем наблюдать за звездами всю ночь. Я сделаю все, что ты захочешь. Ты меня очень балуешь. Я от чистого сердца. Я брошу весь мир к твоим ногам. Джейлан, поехали со мной. Не трогай меня! Что тебе здесь нужно? Конец вашей комедии. Коркут, оставь нас в покое. Похоже, ты получила солнечный удар. Ты начала бредить. На самом деле, это ты бредишь. Все кончено. Смотри. Видишь, она до сих пор носит мое кольцо на шее. Забирай. Оно мне больше не нужно. Ты все уяснил. Забирай кольцо и уходи. Я знаю, между вами ничего нет. Что ты делаешь? Ты слышишь? Уходи. Я сказала, оставь меня в покое, Коркут. Ты сама вынуждаешь Джейлан. Что ты собираешься делать? Что? Тебе этого лучше не знать. Что это с тобой? Почему ты злишься? Послушай, скажи своей подруге. Если хочет отомстить мне, то пусть придумает что-то другое, чтобы я не видел ее с Толгой. Понятно? Или я всех сотру в порошок, и да? Хорошо, успокойся, я поговорю с ней. Пусть прекращает эту игру. За руку, поцелует, а Коркут начнет ревновать. Ты так хотела? А ты сможешь взять другого за руку? Брат? Я так соскучился по тебе. Ну как ты? Хорошо, хорошо, не переживай. Отлично, я рад. А теперь идем, нас ждет адвокат. Перестань, зачем так спешить? Посидим где-нибудь, поговорим. Просто он торопится. У него суд, кажется, назначен, так что идем. Сначала решим дела, а потом позавтракаем, хорошо? Хорошо, давай тогда отправимся на набережную. Прогуляемся, как брат с сестрой. Ладно, давай возьмем такси. Вы ведь наблюдаете за ней? Да, брат. Пусть будут осторожны на этот раз. Никто не должен их видеть. Или будут иметь дело со мной. Судя по тому, что Гунуль так мне угрожает, она что-то от меня скрывает. Я должен понять, в чем здесь дело. Сегодня так жарко, не хочешь поплавать? Нет. Почему? Потому что не хочу. Ты умеешь плавать? Научи тебя? А ты правда можешь научить меня?
Конечно. Ну-ка, вставай. Мама! Мама! Умут! Мама, я тону! Умут! Мама! Умут! Держись! Сейчас, сынок, потерпи, я спасу тебя. Давай руку, иди ко мне. Скорей. Вот так, сынок. Я ненавижу тебя. Ты плохая мать. Ты бросила своего сына. Бросила его одного. Держись от нас подальше. А откуда ты знаешь? Кто тебе это сказал? Иди сюда. Не кричи. Пожалуйста, не кричи на моего сына. Слышишь? Умут. Сынок, подожди меня. Куда ты? Умут. 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 Подожди, сынок. Куда ты бежишь? Куда? Я хочу уйти отсюда. Хорошо, сынок. Вместе пойдем. Почему ты так сказал, Умут? Откуда ты знаешь, что я потеряла ребенка? Говори, сынок. Мама! Ну все, не дави на него, прошу. Ладно, дорогой, прости меня. Ну-ка, идите домой, пусть мама искупает тебя. Пойдем, сынок. Откуда этот мальчик знает все это? Заходи, ослы. Куда ты привез меня, брат? Ради тебя я воскрес и восстал из гроба. Брат, зачем ты так со мной? Не бойся, ослы. Мы вместе вернемся в Германию. Все будет хорошо. Ты вернешься туда один. А мы с женой останемся у себя на родине, да? Но ты же сказал, что мы вернемся вместе. Ты сказал, что простишь ее. О, ты все об этом. Прощение осталось в далеком прошлом. Но ты обещал мне. В том-то и дело. Никто не держит слово. Почему я должен держать его? Вы держите меня за дурака? Что теперь с ней будет? Тебе-то что? Она моя жена. Хочу целую, хочу бью. Ну все, возвращайся, тебя ждет долгий путь. Брат, пожалуйста, брат, не оставляй меня. Брат тебе не поможет. Тебя мог бы спасти Коркут Али. Но мы не знаем, где он. Я же не дурак, понимаю. Джейлан делает это специально, чтобы вызвать ревность Куркута. Ну и пусть. Мне нравится, как она смотрит на меня. Ты тоже не робей. Действуй. Джейлан начала игру. Но это закончится, потому что она не из таких. Да, но правдивость всего этого зависит от тебя. Предложи ей выйти замуж. Она не примет это предложение. Чтобы убедить Куркута, ей ничего не останется, кроме как согласиться выйти за тебя. Джейлан сама это понимает. Пойми, у него будет ребенок. Джейлан должна забыть о нем. Куркут не должен быть с ней. И ты думаешь, она может согласиться? Если не предложишь, то и не узнаешь. Пожалуйста, отпусти меня, Илмаз. Я обещаю, что больше ты меня не увидишь. Я и так не буду тебя видеть, не бойся. Я сам все решу.
Нет. Ты не убьешь меня. Ты меня любишь. Ты что, убьешь любимую женщину? Да, я знаю, что сделала много глупостей. Но все это по вине Куркута. Он обвел меня вокруг пальца. Ты хочешь свалить вину на других? Ладно. Ладно, не плачь, не бойся. Я не буду тебя убивать. Спасибо. Спасибо тебе большое. Ты права. Я влюблен. Безумно влюблен. И не смогу тебя убить. Я пытался, но не вышло. Но, ослы, Аллах свидетель, ты сама меня вынуждаешь. Твоя ложь, твои игры, побеги к Коркуту. Поэтому иногда мне хочется убить тебя, чтобы все закончилось. Но когда я вижу твои глаза, меня дрожь берет. Сердце начинает колотиться. И кажется, что я умру. Но нет. Я говорю себе. Говорю себе, Илмаз. Илмаз, ты очень любишь ослы. Ты не можешь причинить ей боль. Но ведь другие могут. Кемаль. Илмаз, нет! Умоляю, прости меня! Прошу, не делай этого, пожалуйста! Не плачь. Убейте. Илмаз, умоляю, прости меня! Мой ребенок не от Куркута, я обманула его! Это наш ребенок! Ты слышишь меня? Слышишь меня? Прощай. Ты убьешь не только меня, но и своего сына. Подумай хотя бы о нем, Илмаз. Пустите. Пожалуйста, не убивайте меня. Я же беременна, умоляю вас. Пожалуйста, не делай этого, прошу вас. Хватит, заткнись. Стойте. Остановитесь. Я передумал. Оставьте нас одних. Ослы. Ослы. Ты была права. Ты была права, я люблю тебя. Брат, полиция здесь, брат. Надо уходить, брат, идемте. Откройте дверь. Это полиция, откройте! Откройте, вам говорят! Это наш ребенок. Дом окружен! Сдавайтесь! Откройте дверь! Послушайте! Остерегайтесь Куркута. Я сейчас говорю не о его детских шалостях. Он заядлый мошенник. Так что подумайте. Что ты делаешь, Куркут? Ну все. Вы еще здесь? Я уже думала, что вы ушли. Умуд до сих пор сердится на меня. Нет, я поговорю с ним. Я помирю вас. Я виновата. Не надо было сразу толкать его в воду. Я не думала, что ему будет так страшно. Я приготовила много еды.
Все поставила в холодильник. Тебе надолго хватит. Хорошо, спасибо, Эмине. Эмине, если я спрошу кое-что, ты мне... Да, наверное. Спрашивай. Давай присядем. Садись. Ты... Как долго ты знаешь Куркута? Ведь он долгое время жил в Германии, и вы не виделись. Ой, что? Я знаю его. Он очень хороший. Эмине, я скажу тебе кое-что, но ты не расстраивайся, хорошо? Я узнала, что в Германии Куркут занимался мошенничеством. Нет. Нет, нет. Мой брат не мог пойти на такое. Ты что-то перепутала. Ты как-то и меня приняла за воровку. Дорогая, я тогда ошиблась. Знаешь, как мне потом было стыдно? Нет. Послушай, ты снова не права. Куркут вовсе не такой. Я же сказала, у него очень много денег. Эмине, сама подумай. Мы очень честные люди. И мой брат тоже. Ты снова пожалеешь. Да, Эмине, ты права. Наверное, я что-то не так поняла. Спасибо большое за еду. Мы, пожалуй, пойдем. Умут! Идем, сынок! Слушаю, дядя, на радость. Дядя, я кое-что скажу тебе, только прошу, не ругай меня, хорошо? Говори. Ты сначала пообещай. Хорошо, обещаю. Я нечаянно проговорился. Открыл твою тайну. Тайну? А что это за тайна? Как камеру. Я случайно увидел. Но если бы я знал, то не говорил бы. Умут, ладно. Ладно, Умут, не бойся. Кому ты это сказал? Я... Обещаю, сердиться не буду. Скажи. Госпоже Гунуль, твоей маме. Видишь, ты сердишься на меня. Я сегодня сказал, что она плохая мать, что бросила сына. Это все. Я больше ничего не говорил. Хорошо, малыш, слушай. Слушай меня внимательно. Никому больше не говори, пока я не приду. Хорошо? Никому. Даже маме. Договорились? Договорились. Хорошо. Жди меня. Я ненавижу тебя. Ты плохая мать. Ты бросила своего сына. Слушаю. Где ты? Я выхожу. Опаздываешь? Знаю. Я вообще-то опаздываю по твоей вине. Это же ты сказала, чтобы я наряжалась. Все время на это ушло. Но почему я должна наряжаться для тебя? А что в этом такого? Мы же подруги, посидим, поболтаем о том, о сём. Поужинаем вместе. А разве нельзя поболтать где-нибудь без всего этого? С чего ты решила, что нам надо пойти ужинать на берегу? Ой, хватит вопросов. Поторопись, я жду тебя. Хорошо, я иду.
Ты что, ради Толги так вырядилась? Тебе-то что? Пусти меня! Мне интересно, о чем вы говорите, когда остаетесь одни? Он песни тебе поет? Или рассказывает об отце? Это не должно тебя волновать. Вы же такие разные, Джейлан. Как вы общаетесь? О чем говорите? Не пойму. А почему это мы не можем общаться? У нас много общего. Мы выросли вместе. И есть что вспомнить. Например, что? Первый поцелуй? Первая ваша прогулка? Ты сходила по нему с ума? Вы лежали до самого утра, лишь обнявшись? У вас было все это? Куркут, я не обязана рассказывать тебе о своих воспоминаниях. Мы с Толгой с детства были вместе. Он мой друг детства. Кто знает? Может, и последняя любовь. Ты сам говорил, что важнее последняя любовь, а не первая. Джейлан, твоя первая и последняя любовь — это я. Теперь ты для меня никто. Извини, я опаздываю. Эй, что ты делаешь? Пусти меня! Ты что, в своем уме? Пусти! Ты что? Ты что делаешь? Ты не можешь решать ничего за меня, ясно? В таком случае опомнись, Джейлан. Не раздражай меня. Сядь. И что ты сделаешь? Запрешь меня здесь? Надо будет, запру, Джейлан. И не отпущу, пока все не прояснится в твоей пустой... Если так, то почему ты бросил меня, Куркут? А? Почему ты не забрал меня с собой в тот день? Скажи что-нибудь, ответь! Я был вынужден уйти. Ты отвернулся от меня, ушел. Несмотря на это, я протянула тебе свою руку. Ждала от тебя того же. Но ты просто проигнорировал. Как я смогу тебя простить? Джейлан, я просто не хотел огорчать тебя. И все же огорчил. Я умру. Но я не хочу умирать вдали от тебя. Не бросай меня. Теперь ты придумал это? Я надеялась, что что-то изменится, но... Я настолько разочарована в тебе. Как можно оставаться таким? Ладно. Я солгал. На этот раз ты поняла? Во мне еще жила надежда. Я ждала, что ты объяснишь. Но видишь... Куркут, это конец. Ты больше не сможешь меня обманывать. Где этот дом? Вот здесь. Куркут сейчас там? Нет, тут живет его сестра с маленьким сыном. Ты сможешь меня простить? Ты же позвонил в полицию, чтобы спасти меня. Как я мог поверить этому Илмазу, дурак? Ну что ж, я пойду. Послушай, сестренка. Давай зайдем в этот дом, возьмем твои вещи и вернемся в Германию. Там ведь наш дом, наша родина. Не могу. Почему? Что ты будешь здесь делать? Здесь Куркут. В этом городе. Я не могу быть вдали от него, брат. Я безумно его люблю, понимаешь? Я останусь с ним. А теперь иди. Нужен буду, звони. Угу. Помни, что ты всегда можешь вернуться домой. Помни, ослы.
должны были встретиться с Эдой. Где она? Эда не придет. Она помогала мне приготовить сюрприз. Какой сюрприз? Не торопись. Скоро ты все поймешь. Толга, я говорила Эде, что долго сидеть не смогу. Я устала. Сегодня был очень напряженный день. Это из-за случая на берегу? Давай забудем это, прошу. Больше я не позволю Куркуту приближаться к тебе. Толга! Не говори ничего. Сегодня особенный день. Прошу. Хочешь отметить что-то? Пока не уверен. Это решишь ты. Ну, как тебе стол? Времени было маловато, но мы очень старались. Не надо было так беспокоиться. Это же обычный ужин. Но, как я уже сказала, я устала и хочу пойти отдохнуть. Джейлан, я волнуюсь из-за того, что ты рядом. Ты мне не только друг, я бы сказал больше. Там кто-то есть? Это же просто тень. Здесь никого нет, кроме нас. Только мы. Ты что-то говорил? Где Джейлан? Она ужинает с господином Толгой. В ресторане? Нет, господин Толга распорядился, чтобы стол накрыли на берегу. Джейлан, мой друг детства, мой товарищ, моя жизнь. Я хочу остаток жизни провести с тобой. Ты выйдешь за меня. Отойди от нее! Что ты делаешь? Я убью тебя! Убью! Не трогай его! Держись подальше от Джейлан! Хватит! Куркут, прекрати! Толга, я принимаю твое предложение. Джейлан, не поступай так с нами. Ради нашей любви. Довольно, не вмешивайся в мою жизнь. Хорошо, забудь про меня. Подумай о себе. Не надо портить себе жизнь, Джейлан. Это наш с Толгой самый счастливый день. Оставь нас в покое. Джейлан, ты еще пожалеешь. Пожалеешь.
Я никому не позволю портить этот вечер. Я сделаю тебя самой счастливой на земле. Но я не могу. Куркут, никто не понимает тебя так, как я, ты знаешь. Видишь, я здесь. Я сделала все возможное, чтобы забыть тебя. Но не получилось. Я надеялась забыть. Не смогла. Куркут, посмотри на меня. Посмотри мне в глаза. Благодаря тебе я узнала, что такое любовь. Без тебя моя жизнь совсем пуста. Джейлан. Молчи. Я знаю. Старалась бы она понимать так, как я понимаю тебя. И ты был бы счастлив. Это все, чего я хочу. Я сказал Джейлан о том, что умру. Она не поверила. Сказала, что это ложь. Итак, я умру один. Так же, как и пришел в этот мир один. Я не оставлю тебя одного. Я всегда буду рядом. Пойти на такое. Я же твоя лучшая подруга. Зачем ты целуешь Куркута? Джейлан, это не то, что ты подумала. Видеть тебя больше не желаю. Что ты здесь делаешь? Ну-ка, сядь. Сядь, я сказала. Пришло время говорить начистоту. Итак, я слушаю тебя, Куркут Али.
Кто ты? Конец 32 серии. Sen yoksa ben hiçim.